عبدت ديو إيشو لا ظهرت بي إلا فوش هدية سبحا لي المسيح الكسبان إلا فوش الكس أفرماتي أمور هدية بسياقي الكسبان بابوخن ألاهي على بوخن هيجا تيرا مريم مهليتا مشتدلة تميدة بفزيلة ماضن وكل من دي وغمدة От Иоанна Святого Евангелия чтение. Первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не зная, где положили его». В тот час вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первым. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был во главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал, ибо они еще не знали из Писаний, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе, а Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, у одного у головы и у другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит ей: